Добрый вечер, доброе утро или добрый день. С вами снова я, Никита БЛ Ут. Недавно мы на стриме прошли с вами игру под названием «Повестка», и я выпускаю по ней видос именно для тех, кто не видел. Приятного просмотра. Также хочу сказать спасибо большое Шеллу за донат вне стрима. Знакомая комната, не правда ли? Все ради денег, все ради бабла. Опа. Всем привет. Опоздал немного. Соболезную. Соболезную вам. Ну что ж, бывает. О-о-о. Я знал! А я все думал! Когда же ты появишься, блять? Ой, нянь. Спасибо, Лёха. Что происходит? Кто стучит? Чем лысый? Пишу, каждый раз проверять, вдруг это снова полиция какая-то. И будут, ну, выносить дверь, если я не проверю. О, Богдан. О, это он, да, кстати. О. Tab, инвентарь. Ctrl, сидеть. Это убежать, shift, бегать. Окей. А там у него комб... Я не буду открывать. Бля, ну как будто бы надо, да? Сука. Ой, нихуя. Ебать. Скибиди туалет. Скибиди, скибиди туалет. Сука, постучать мне, ебать. Ладно, пошлите. Его вообще нихуя не видно, он настолько черный, он прям супер черный. О, где он? Да не буду открывать, мне страшно. Нужен ключ. Я играл уже в симулятор побега от военкомата, и я знаю, что это не лучшая идея открывать сейчас в глазок, смотреть. Ну, стол пиздец, реально. Не, ну тут монитор слишком нереалистичный, он большой какой-то. На мышке мышь нарисована. Ой, микрофон, ебать. Как стать программистом за неделю? Опа. Повезло. Испугался, сука. Ой, где она? Нужна кассета. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Однажды на меня быковал океан, теперь он тихий. Лучше иметь 100 друзей, чем 100 друзей будут иметь тебя. Ха-ха, сука. Последнее было забавным. Тоже нужен ключ, я понял. Ебать, что? Сука. Здравствующий синг в облаках. А, Dungeon да? Master в сапогах. Камеру посмотри. Пропади, моя next. Вот он я, that turns me on a crazy fucking space. My ass, this to ain't no matter done. На каком-нибудь деспеньке. Тих снаружи, без останки. Сапрой, изучи. Do you like what do you see? What a param, param, а. Никами не смеется, и ему не удается. Пистень, пистень, Dungeon Master, контрабанд. Где этот кот, ебать? Кто? Картинки собрать, повесить? Ну давайте поищем картины, кстати. Fucking slaves? Fuck it. Просто пинга, щекочет my ass. Ебать. Это что нахуй? Give them me. Да я не хочу открывать ему, блядь. Ставим же шкафчика. О, это сюда, видимо. Охуенно, головоломки. Бля. Что я пытаюсь сделать? Планета Земля или что? А думаете, я помню, как выглядит карта планеты Земля? Ну, в смысле, ну, вы поняли. Я... Короче.
А, это реально головоломка? Пиздец. Сейчас починю. Ёпа. Это какой-то сосед уже. Тихо. О. Не-не, о. О. Чувствую, мне тоже скоро в Ланоэр придется играть. Ну. И в чем я не прав? Все ж правильно сделал или нет? Или мне нужно именно... И в чем я не прав? Перевернуто? Типа вот так надо? Снизу? Да не. Или мне... Или мне типа нужно прям... Реально географически это сделать? О. О, ключ. От мебели? Ключ от мебели, в смысле? Это как? О. Соль. О. Кола. Опа. Злой кола. Бать. Не понял. Стоп, понял. Нихуя себе. О, смотрите. Стоп. Ебать, ключ на картине. Охуеть. Ключ на картине, пи***ц. Жёстко. Да всё за***ц. О, шай. Это донат? Что это? А ты ещё надо картины правильно ставить как-то? А! Да не открою, иди. Ну да, насчет картины реально гениально. Опа. Ага. Получается, этот. Ага. Получается. Сюда пузан. Что второе было, я забыл. Туалет. Эридан. Или это нужно именно сюда? Или разницы нет? Ладно, потом посмотрим. Опа. Капибара. Тьфу ты, блядь. Ёбаный рот. Так, ты только не подсказывай, не надо. Не подсказывай, братан. А то неинтересно будет. Шерлушай, капибара, древо. И чё? Не по цвету рамок? Тут разве рамки... А, реально. Они имеют цвет, это правда. Значит, шелушай, капибара, древо. Значит, тут мужик. Skip the toilet. Редан. Что открылось? Я слышал звук.
Сундук? А где сундук? О! Нихуя себе. Кто свет выключил? Ты, блядь, сука, напугал меня. Страшно, вырубай. Не открывается. Мне что, открывать придется ему? Где сохранение? Сука, сохраняться нельзя. Будет обидно проиграть. Опа. Давайте-ка посмотрим, что там. А, света нет, все равно, сука. Ладно. Спуки, спуки, скелетон. О-о-о. Это страшно уже, сука. Кто звонит, сука? Дяночка будет? Светлана, пойдем на скамейку. Нет, я ее сейчас убивать начну. Светлана, пойдем на скамейку. Кстати, хочу отметить, что впервые вижу мемную игру, оптимизированную полностью. Dungeon Master спустится в подвал. Ну еще вот симулятор... Выход военкомата еще был хорошо оптимизирован. Страшно, сука. Так, точно ничего нет больше. Кремируйте ее быстрее. Точь. Ебать, скример, сука. Испугался, сука. Что это? Не понял. В чем прикол лабиринта, если я не могу его перепрыгнуть? Стоит, сука. Это страшно, нахуй. Где кабеля везде? Да тут дело не в углу, а в том, что я не могу перепрыгнуть. А вот могу, все. Теперь могу. Так, значит, нам не сюда. Спуки, спуки, скелетонс. Это правда, зря я сюда полез. Такое чувство. А там что? Ёбаный в рот. А мне сюда пока нельзя. Хлюп, хлюп. Страшно. Сука, реально какой-то скример. Вот я не боюсь, и вы не бойтесь. Вообще пришел. О, там что слева есть. Опа. Пять
512, что это значит? Ты можешь подсказка есть какая-то? О. Не надо! Это не надо! На крага, на крага! Буяка, буяка, буя, буяка. Ебаный в рот, блядь. Я заблудился. Блядь. Сердце, сердце. Блядь. Нет! Скример. Убирать дяди Богдана. Так. First play. Че? Ясе. О. Опа. Сюда. Он стучит. О, блядь. Америка, Европа. Азия, Евразия. Сейчас проверим кассету еще раз. Слабый мужчина сделает свою жену правой рукой. Сильный мужчина сделает правую руку своей женой. Секрет успеха прост, но это секрет. Тот, кто не плыл, тот не утонул. Тот утонул, тот не будет тонуть. Блять, реально. Сейчас. Вот еще кассета есть. Найти вторую кассету. Я просто хочу сейчас все изучить. Для начала. Ебать. Шайлу. Да не стучи, вообще. Power on VHS player first. Не понял, блядь. А что не так? Так я же включил свет. Лампочки. Подожди, а где их надо вставить? А где лампочки сами? Окей, я вижу, что это подсказка, но где лампочки-то? А, в комнатах типа? Так я включаю плеер сразу. А, ебать, тут прям пиксельно можно нажимать. Прикольно. Ну. И че? У меня только в детстве было, кстати. Это Арестович, не понял сейчас. Сука. Нихуя себе. Это много. Да, кстати, гачи тоже было. Ну, не прям гачи, но... Так, окей. Вторая кассета.
типа, нужно так же? Значит, как достать кассету? Выключить, включить. Кто на этой хуйне должен был доставать, не понял. А, о, все. Стоп, это он отматывает. А, окей. Так. Чё, этот кассетник последний раз видел, блядь? Лет 20 на... Не 20, лет 15 назад. Реально имбовый эти. Давай, Бобус. Еще раз? Давай. Ну, проработано, кстати, вообще прям хорошо. Да не стучу, я... Так, а лампочки, это получается лампочки в комнатах? Или что это? Где эти лампочки? Получается в комнатах. Я выключил. Это была включена, правильно? То есть это первая комната. Тут? Тут вообще выключатели света? Нет. Окей, нужно понять просто, что с лампой. Лампочки это торшеры. Ну да, я тоже имею в виду. То есть тут у нас один. Тут у нас один. А где комп? Не понял. А, там. А, тут один тоже. Один, один. Но тут, наверное, комната компьютера не учитывается. Я полагаю. А, нет, стоп, учитывается. Почему тут? Один включен, один, тут два, и тут два. То есть два, два. Стоп, что за хуйня? Окей, тут понятно. Тут понятно. Это, наверное, считается первая комната, это вторая. То есть это правый. Наверное, вот так. Я не знаю. Просто понять бы, что первое. То есть, ладно, допустим, это первая комната. Допустим, это первая комната. Допустим. Окей, значит, тут должна гореть, по идее. А, ну если мы смотрим вот так вот. Первая там, которая подсказка. То есть, получается, это первая. Это нужно гореть вот это, в таком случае. Ничего не произошло. Хм. Ну, допустим. Вот так я смотрю. Бам-бам. Там левая, а там вот это должно светиться. Значит, вот это должно... О! Получилось. Ебать. Опа. Опа. Авторское право я выключу, если вы ебать твою мать. Копибара. Это туалет Шрека?
что на... Уебище, блядь. Окей. Злой кола. Опа. Под шкафом. Нет, нет, что делать? Не понял. Это не под этим, видимо, да? Так, не понял. Каким ш... Под каким шкафом ты это, блядь? Сука. Ай, в углу, блядь. Нет, нет, это в углу. Вот. Вся суть Акса в том, что у него топор, потому что он Акс. Акс! Атакс! На! 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 Тихо. Чш. На! 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 Стена. Я, возможно, там еще не нашел пасхалочек. Спасибо вам большое за просмотр. Я решил разделить видос на две части. Это была, собственно, первая. Вторая будет уже на следующей неделе. Спасибо вам большое за просмотр. Счастья, любви, здоровья. Ставьте лайки, на канал подписывайтесь и подписывайтесь на телегу. Всем пока.